Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, на Беляева. Давайте смотреть новинки вместе. Панель ПВХ 0,3 мм в ассортименте 80-90. Сделана под кафельную плитку. Много различных дизайнов. Вот здесь даже можно подбирать. Смотрите, прям под камень. И очень много других дизайнов. Так, сейчас я посмотрю. Размер 957×480 и 2,5 мм. Бюджетный вариант, я так понимаю. Квадрат каменный. Вертикальный пылесос 993 рубля 90 копеек. Ваш маленький помощник, который всегда под рукой. Одно время их не было, а теперь привезли. Сушилка для белья. Такая, знаете, добротная, толстенькая. Мне кажется, не будет прогинаться. Длина рабочей поверхности 12 метров. Компактная сушилка для белья, напольная, с уникальным механизмом раскладывания и откидными крыльями. Материал корпуса – металл и пластик. И характеристики. До 15 кг выдерживает. И диаметр вот этих железочек 2,5 мм. Прищепка пластиковая, дельфин, 24 штуки в пакете, 40-60. Носки. Из сырья высокого качества, 75 хлопок, 20 полиэстер и эластан 5. Изготовлено в Воронежской области. 3 пары 76-90. Еще есть вариант со светлыми носочками. Изолента Еврогарант 15 миллиметров, 10 штук в упаковке. Печенье, батончик с начинкой. Дымка, добрые сладости. 500 грамм, 50-30. Сельдь в вакуумной упаковке. На вид очень аппетитная. 138 рублей. Лосось к пиву. Всегда хотелось попробовать вот этот лосось. Боюсь, что он сильно соленый. Я не люблю соленый. 51 рубль такая упаковочка. Пищевая рыбная продукция холодного копчения, набор пива холодного копчения из лососевых пород и срок годности. Так что не факт, что это лосось, а из лососевых пород. Щековина в вакуумной упаковке. Я как-то пробовала, мне кажется, это вкусно. Не знаю, как это сделано. 168 рублей за килограмм. Этот кусочек на 514 грамм на 86-35. Кусочки разные. Побольше, поменьше. Где побольше мяска, где поменьше. Кто пробовал этих курочек, все тоже на них смотрю. Курочка копченая, вареная, 183-20. И такая курица на 268-20. Здесь почти 1,5 килограмма. Капусточка по-русски, с клюквой, по-деревенски. А еще есть сладкая. Больше всего я хочу попробовать по-русски с клюквой. А вот и клюква 58-90, которая сладкая 40-50, а это по-деревенски, наверное, тоже так же
58,90. На вид очень-очень даже аппетитная. Но я так понимаю, что клюквы здесь всего 3 штучки. Сейчас посмотрю еще. Вот здесь побольше. И, пожалуйста, состав. Восемьсот грамм здесь хренадер классический, 35,50, 200 грамм с натуральным хреном, на вид правда как огонек. Ну реально прям холодно там. Так, девочки просили, я прошлась по этим замороженным овощам и не сказала цены. Так, говорю, клубника 131,10, затем смесь гавайская 101,10, вот это, фасоль 91,10, смесь мексиканская 92,50, это все за 1 килограмм, цветная капуста 101,50, бизнес-ланч со вкусом тушеной курицы 11,50. Смотрите, какой набор мельниц подарочный для курицы. Смесь чили, приправы, букет перцев, итальянские травы, морская соль. Вот как классно. 198,90. 50 грамм в каждой мельнице. Универсальная смесь пряностей для запекания птицы. И внутри имеется пакет для запекания без ГМО. Овощи сушеные. Паприка красная молотая. Чеснок, томаты, зелень, петрушка, соль пищевая. Кориандр молотый. Куркума, горчица. И читайте дальше. Так, есть для курицы, для птицы, есть для карачков. И все. 29,90. Ароматный плов с курицей. А это с чесноком и травами. Чехохбели 20,10. Смотрите, какая курага аппетитная, мясистая. За 1 килограмм урюк фасованный, 1 килограмм рубин 145,50. Урюка, я думала, это курага. Не знаю, или это одно и то же. Я всегда считала, что это разное. Урюк, абрикос сушеный с косточками. И чернослив без косточек. 1 килограмм. Азия. Ой, это изюм. Изюм, виноград сушеный. Этикетка висит как чернослив, а на самом деле это изюм. Такой крупный. Такой классный. Я даже подумала, что это чернослив. Вот этикетка 125,90. Ну, реально, посмотрите, какой крупный. Это кто-то туда засунул изюм, а вот чернослив на самом деле. Который 142, Азия. А вот это курага. Ясно? Она без косточек. Может быть, сортом отличается. Вот кто знает, напишите, если не трудно. Курага Альянс стоит 145,50, 1 килограмм. И компотная смесь Альянс 500 грамм, 32,90. Такой на вид прям свежий-свежий. Также имеются орехи. Вот такая вот вкуснятина. Фруктово-ореховая смесь стоит 400 грамм 65.
А грецкий орех 259, 500 грамм. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.